Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин Меркурий. Здравствуйте, с вами телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Философствовать на тему жизни – это не для меня. Лучше живи и не кисни, и главное, что рядом друзья. Итак, о погоде на 2 мая в Архангельской области. Котлас плюс 14, пасмурно, дождь, ветер сильный. Плесецк не такой весенний, там также пасмурно, вот только температура воздуха минус 1 и сильный снег. В Вельске плюс 8, дождливо и пасмурно. Ну и посмотрим, что же у нас в Архангельске. С утра плюс 3, сильный ветер и пасмурно. Днем воздух прогреется всего до плюс 4. Также пасмурно и возможен дождь. Вечером облачно и температура воздуха опустится до минус 1. И вроде любовь возникла, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого. Увидимся на телеканале ПС.